Чё, блин, почёпали гео... Ах, чё, в зеркало врубился. Почёпали геологу. Блин, ты же хрен те где. А, подожди, не понял. Царь, Хартман рассказал тебе про озеро. Как-то атака навсегда изменила. Так, его а чё у нас тут? Тростов нету, он ничего нету. Потерял тогда семью, но и сам чуть не погиб. Обидно, досадно, ну ладно. Так, как тебе идти уж? В обычных обстоятельствах он был умер. Скажи-ка мне. Его спасла терапевтическая гипотермия. Но 21 минута на том свете изменила его навсегда. Возможно, из-за шока. Так, ты где? Это что тут такое? Геолог, ни хрена себе, это где? Стукать и лёпать. О! Флешечка, давай флешечку. Так, так, так. А, чё, ну, первый, что ли? Пункт назначения. Флешечка, поехали. У нас ограничения по времени нету. Пиливать. Как я уже говорил, вон здесь многое напоминает о смерти и уничтожении. Неудивительно, что твари заходят сюда намного чаще. Помнишь модели в моей Ага. Они были созданы по рассказам свидетелей. Это была бомба или твари? Ты же так часто встречался с ними настоящими. Я что-то малёха забыл. Вот, тросик один есть, вижу. И... Может, там тоже было я, блин, зарядить. Ца, забыл. Давай, давай, за флешкой сейчас рванем. Ну, если здесь не покатимся, то рванет. Рискованно, конечно, с бомбочкой за флешку идти, за флешкой. Ну а чё нам? У нас же есть загрузка, если чё. Так, стоять. Ты где? Вон она. Тут ещё искупаемся заодно. Лишь бы там флешка была. Пока не показывает. А что будет, если к воде спуститься? Глубоко тут, не глубоко. Ну и все, что мы мучились. А-оу. Вот она и флешечка. Ну, здесь мы лайк кому? Сергону поставим. Да, не жалко. Забирай, сколько нужно. Да я понимаю, что Сэм, ты лайки ставь. Сергону ставь лайки, ёперный. Блин, Сергон, что-то один лайк всего. Хотел тебя больше. Короче. А, нет, не один, наверное, до хрена послал. Ладно, пункт назначения. Где у нас там была... Трос. Ну там надо было мне трос поставить. Так, вон он трос, да? Да у нас... Что, твари появились?
Блин, не увидел этот трос. ПХК ж есть с собой. В натуре никого тут нет, кроме нас, дураков. Ну да, что-то там не вижу, никто не поставил тросик. Вон туда надо было сразу. Что-то возвращаться неохота. Тысяч лайков за что? Интересно, за что? Может, еще где-то есть раз? Сейчас проверим, за что. О-о-о. Нет, 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 братан, вставай. Так, ну что, использовать. И. Ну давай прокатимся. Больше некуда. Чё там дают? Контейнер поврежден. Контейнер. А чё, кататься нельзя, похоже. Йоу. 100%. А сейчас что? Взорвется? Или поврежден от херали? Так, нам там походу делать нечего. Пока тебе не будем лайки ставить. У нас вон туда надо. И вон туда, Георг. Ну давайте, восстанавливайтесь. Ну, не хотят ни хрена. Да ради бога. Стоять. Че, сейчас тварюки появятся? Что-то я попер, бобер. Ух ты, там еще и камешки падают. Замечательно. Этого мы не предвидели. Я надеюсь, ты там остановишься. Ни хрена.
что мы там обойти можем, кто знает. Или нам это не надо. Что-то туда лезть не хочется. Похоже, я подписался. Я же Бриджес, да? Да-да-да. Давай попробуем. Ты же Бриджес. Ты же сам сказал. Хлебни водички. Куда забрался? Хрен его знает. Ты геолог или не геолог? Геолог, мать твою. Так. Что-то там высоковато. Стоять! Вот сейчас снег как раз таки нужен был. Метель, мать его. У меня там грузы разваливаются. Короче, надо будет трасса делать. Я не понял, а бомба ему или не ему? Что-то я... Тихо! Тихо! Что-то я разбежался. Сейчас дойду, и бомбочка рванет. Конечно, все заканчивается. Аккумуляторы. Так, ладно, посмотрим, может подключимся так. Здесь кто-то из ребят поставил зарядочку. Давай, 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 ты можешь. Да, я ж так и знал, что такое может быть. Я вообще даже не сомневался, бомба не ему. Мать его, задница. Так, ага. Все, ни хрена нету. Да забирайте. Доставляю груз.
что нам геолог скажет? Сэм Бриджес? Нет, о, это не он, ты чё, ты попутал. Я боялся, что вы опоздаете. Меня преследовали те же видения, что и вас, обладатель. Кошмарная штука, я думал, кошмар это так, предположил, что это может быть связано с Хиралием, давай. Нам повезло, что вы следовали суицид. Так, меня не умирает, мы исследования далеко не окончены. Мою жизнь и мои труды, ля-бла-бла-бла-бла. В своем деле, бла-бла-бла. И нам 3 звезды, да, а больше нам. О, вот свой лёхонький донёс, нифига себе. Три звезды гони, зараза. Нифига. Чуть-чуть не хватает. Ладно, давай. Роботы меня мало интересуют. А вообще ушатали 100%. Чё дашь? Так, это мы уже смотреть не будем. Все, подключили сеть. Сам я кого промухал? Пустота. Тьфу. Да что это за хрень? Ладно, ладно. Вот так. Да, да, ты рад, как обычно. Иди, вот. Что тебе решил? Раньше он имеет тоже бла-бла-бла. Выдержишь он ту черную трещину. И мы полагаем, это источник Хирали. Ага, бла-бла-бла. Все, до свидос. Так, что мы сделаем? Значит, изготовим сразу. Он нам не нужен, но пускай будет. Галочку поставили. Так, 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 общее. Что у нас в общем? Ремонтный спрей. Это нам надо. Всё. На всякие пожарные. Так, достался роботам. Геологу. А, от геолога в горный узел, давай. И лаборатория Хартона, давай. Чтоб без лука не стояли. Так, ладно, геолога сделали, пока на этом все. Что дальше будет, будем записывать.